Смартфону Sony Xperia K3 Ultra приписывают экран диагональю 6,5 дюйма, 6 ГБ ОЗУ и Android 9,0 Pie. На сайте Евразийской экономической комиссии, Eurasian Economic Commission, ИК, не так давно появилось подтверждение того, что в Европе в ближайшее время выйдут несколько версий смартфона Sony Xperia A-K3. А до этого источники опубликовали изображение защитного чехла для пока не анонсированных смартфонов Sony Xperia A-K3 и Sony Xperia A-K3 Ultra, подтвердив, что они получат одинаковые корпуса, но будут отличаться только размерами экранов. Теперь же источники предоставили новые сведения о большом смартфоне Sony Xperia A-K3 Ultra, который должен предлагаться в европейском регионе по цене около 520 евро. Предыдущее поколение Sony Xperia A-K2 Ultra в Европе предлагалось за 450 евро. Смартфон Sony Xperia A-K3 Ultra может быть оснащен однокристальной системой Snapdragon 660 или Snapdragon 670, а также 6 ГБ оперативной памяти и экраном диагональю 6,5 дюйма с соотношением сторон 18:9. Основная камера будет вдвоемной, корпус изготовлен из алюминиевого сплава, а в качестве операционной системы выступит Android 9,0 Pie. Он должен быть доступен черным, серебристым и золотом вариантах исполнения корпуса. Анонс устройства ожидается на Consumer Electronics Show 2019, а начало продаж запланировано на февраль.